Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Евгений. Сегодня мы продолжаем нашу новую рубрику, где мы смотрим наши самые первые видосы на Ютубе. И да, ребята, всем привет и большое спасибо за ваши лайки. Только благодаря вам выходит эта серия, и если вы хотите новую часть, то что нужно сделать? Набрать много лайков. Ребята, если мы наберем 20 тысяч лайков и на моем видосе, и на Жекином, то мы обязательно выпустим третью серию, где мы продолжаем смотреть наши старые видосы. Евгений, не надо вот этого фейспалма. Не нужно. Не надо. Ребята, мы приступаем. Я в первую очередь хочу показать тебе свой видос, где я в первый раз в жизни стал шаманом. Мой дед меня учил, как правильно читать ритуал. Я какие-то новые сейчас вещи узнаю об этом. Ну тут небольшой видос, типа, начинается все обычно. Девушки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашей рубрики с операциями, кому... Ну то есть, ничего странного, да, просто операции, в этой серии я делаю операцию Пикачу, но Пикачу очень заболел, понимаешь, и мне надо было его как-то вылечить. И как меня дед учил, секретный ритуал, просто смотри. Может, если я его попробую использовать, то у меня появится какая-то возможность использовать его посох и спасти моего Пикачу? Деда. А, ты его деда посох. Трусы на башке. Ну ты птик, конечно. Ты не видел? Почему я этого не видел? Это уже было совсем недавно. Ну смотри, этот видос вышел 3 октября, ну то есть... Да блин, мы тогда уже... Да, мы тогда уже общались. То есть ты не знал про мой ритуал секретный? Нет. Ну, запомни, может тебе он пригодится. Ритуал моего деда. В принципе, тут больше ничего такого интересного нет, поэтому мы сразу, наверное, приступим к следующему видосу. Мне кажется, что более какие-то старые видосы. Ну, у меня нету прям старых видосов, понимаешь? Ну, хорошо, давай. Ну вот, Жека, 26 июля 2015, то есть 2 года уже прошло, больше чем 2 года. И ты 2 года назад решил вот... Я решил, да, это мой самый такой, знаешь, первый, типа, хайповый видос мой первый, вот. Я решил, ну хорошо, сейчас посмотрим. Эдисон решил вот со. Давай. Если с последнего кейса мне выпадет даже обычная Райкваза, ну, там, про покемонов, или обычный Гроудон, то я, ребята, отсосу, честно. Так, кейс уже открывается. Подожди. Не получилось. Но, ребята, так как вы мои подписчики, и не за Гроудона, и не за Райквазу, я могу сказать... Бесплатно отсосу. Просто честно. Так. Давайте приступим. Всем привет. Видишь, как им я был? Но подожди. Это еще не кульминация всего моего сюжета, понимаешь? У меня слово. Ага, то есть, как я предполагал 26 июля 2015 года, 2 года назад, то что все вы извращенцы, кто подумал? Сейчас мы посмотрим, в чем развязка моего этого видоса. Выпади. Не получилось. Но, ребята, так как вы мои подписчики, я даже... Я не решил отсосать. Не за Гроудона, и не за Райквазу, я могу сказать... Бесплатно отсосу, честно, ребят. Давайте приступим. Ну? Кликбейтер сраный, давай! Ну ты шутник! А вы что подумали, извращенцы? Извращенцы! Вы, ребята, конечно... Какие-то слишком большие извращения. Ай-яй-яй-яй-яй! Все так подумали. Даже ты подумал, извращенец. Чупа-чупс не сосал. Ты не подумал про чупа-чупс, понимаешь? Вот, я был шутником. Нет, я знал, что сейчас там... Да. Там обманка какая-то скрывается. Я не думал, что вы такие пошлые. Прошло 2 года, я даже тогда был шутником, понимаешь? Даже тогда я был шутником. Ну ты шутник. Ай, это мой первый хайп. Здесь чупа-чупс сосёт. Чупа-чупс. А вы что подумали, а? Извращёги! Что вы подумали? Так. Это было 2 октября 2015-го. Ну, то есть, ну да, тоже где-то 2 года назад. Мы тогда еще не были знакомы. Тогда мы еще не были. Но это первый... Подожди! Это первый видос, где я сам пошутил и сам угорал, понимаешь? Сам над собой. Да. Во. Но это было спонтанно. Ну, сейчас все посмотрим. Я уже понял, да, что это... Аллилуйя, Шайни! Шайни хуй...
Хуйдум. Покемон так называется, Шани Хуйдум, понимаешь? Шани сказал, я так сказал. Вот, вот с чего все это началось. То, что хуй пиксель, хуй ОМС, все началось с этого видоса. Хуй Дум. Ребята, кто смотрел еще меня тогда, 2-3 года назад, когда я играл в покемона, подтвердите. То все знают, что я не хуй Дум. Так называется покемон, не ко мне предъявы. А кто вообще покемонов придумал? Японцы или корейцы или китайцы? Ну что-то в этой области. Да. Поэтому к ним предъявы. Не я так покемон назвал Шайни Хуй Дум. Я не помню, кстати, да это было, но мы все поняли, то, что это существует такой да. покемон. Он красивый на самом деле. И мало кто знал, но я, когда это было, 3 года назад на канал снимал не только Minecraft. Кстати, Жека, ты тоже снимал вроде других. Да, игры. Я всякие. Я снимал Call of Duty, Battlefield, Metro, Assassin's Creed и многое другое. Давайте. Пиф-паф, немного пиф-паф, как у меня оригинально называется видос. Поэтому давайте помимо Майнкрафта мы посмотрим также мои другие ролики. В данном случае это Call of Duty. Ну-ка. Итак, все. Уже сразу, знаешь, такое начало, типа. Такое смотрю. Итак, всем привет! Итак, а, типа! А, записывается! Ой, итак, всем привет. Ой, мама дорогая, отключил твои наушники, мама дорогая! Смотри на меня внимательно! Ай, записывается, записывается! А ты еще посмотри, какая у меня большая просто вебка. Прям огромная, огромная. Ну. Недавно вышедшую игру Call of Duty. Call of Duty. Недавно вышедшую игру. Но самое важное, это один момент, который я пересматривал до начала этого ролика. Там я что-то такое услышал странное. Сейчас мы это все, ребята, посмотрим. Что-то там странное. Опять уйду? На тебе! На тебе! Тя-тя-тя-тя-тя! Да твою ж мать! Не бомби, пацан, не бомби! Чё? Этой тактики я просто давно не... Там что-то было. Вот везде. Это код, это нужно привыкнуть. Чё? Я подожди, нужно еще раз. Так, твою ж мать. Вот? Вот везде, это код. Да вот? Чё? Вот везде. Да твою ж мать. Подожди, внимательно. Вот везде, это код. Не-не-не-не, я там сказал, вот везде камперы. Да, да. Вот везде. Да, вот везде, да. Везде. Вот везде. Давай еще раз внимательно послушаем. Я ж не матершинник. Ну да, Шойгун тоже нормально. Ой, как там? Хуйдум. Так покемон называется, а тут я ни при чем. Да, понятно. Твою ж мать. Вот везде. Это код. Вот везде. Нет, там было вот везде. Вот пипец, а. Вот везде. Сраные камперы, понимаешь? Вот этот чувак тогда бомбил. Он сказал, вот везде. Я смотрел, напрягаюсь. Вот везде камперы паршивцы сраные нарожали. Да твою ж мать. Вот. Вот везде, это... Везде! Вот, ты чё, мне не доверяешь? Нет. Ты не веришь своему другу, то, что я сказал вот везде? Нет. Ребята... Ребята, докажите, что я сказал там вот везде. Нет, там было вот везде. Напишите в комментариях, что вы услышали, потому что он мне не верит. Жека, ты паршивец на самом деле. Нет, возможно, как бы... Возможно, ты сказал вот везде, но у тебя получилось вот сказать, как вот... Ну это... Это не нарочно было. Ты просто так бомбил, наверное, что вот... Вот везде, везде. Ну, хорошо, переходим к Майнкрафту. Ага. Жека. Тут видос будет коротенький. Тут первый раз в жизни я просто бомбанул. Бомбануло просто сильно. А там, где вот везде это... Везде это еще... Тут у меня прям... Тут у меня прям зашквар был, понимаешь? То есть ты прям тут матерился, да? Нет, тут что-то странное было, короче. Да? Я тут бомбил, потому что я тут не мог пройти паркур. Поэтому давай посмотрим начало моего видоса. Мамина перловка, да напрыгни ты уже, Майкл, я уже... Вот это я понимаю, самый лучший способ бомбить. Вот некоторые говорят, матерятся, некоторые там стулья расшибают. Вот мамина перловка. Мамина перловка. Как, чё... Я вообще ты так не любишь перловку? Не, как раз таки люблю перловку. Надо сделать здесь перловку. Вот мамина перловка! Что мне просто в голову тогда пришло, что я сказал... Мамина перловка, да напрыгни ты уже, мать твою, я уже заколебался эту конченую карту проходить. 200 смертей, мать! Это уже бомбил, Жека, просто нереально.
Идеальный просто стоп-кадр. Идеальный. На тебе по самые гланды. В общем, да. Вот. Мамина перловка, это как-то уже нормально. Вот тут это уже совсем началось. Прям по самые гланды. По самые гланды перловку. Перловка, не подумайте, да, ничего плохого. По самые гланды перловку. Все нормально. Все в рамках законного. Заключающий видос. Где я первый раз делал подкаст на своем канале. Ты посмотри на... на вот это серьезное лицо. У меня так не получается, если да, называть. Там нету, там просто... Убью нахрен всех. Всем. Эдисон. Вот как раз таки в прошлом видосе было Эдисон, а в этом... Просто оригинальные приветствия, каждую серию поменяют приветствия. Ну вот, знаешь, будь у меня такая фишка. Всем привет. Один червячок, два червячка. Всем привет. Всем привет, друзья! С вами снова Эдисон, и это такой небольшой подкастик. Я тут прям еще пухлячок, как ты видишь, прям жирный как пельмень, как говорится, у нас в народе, жирный как пельмень. Сидят уже везде, так же как... Я надеюсь, что я тут про скобки разговаривать не буду. 14 минут. Подожди. Все, что вам может быть интересно. Погромче можно сделать, там тихо. Повторял по 30 раз и больше. Во-первых, ребята, о чем я хочу поговорить... А скобка! О выходе игр. Ну блин, да мы хотели про скобки. Люди спрашивают. В принципе, я уже на все. Я на все сказал, что я хотел в этой серии. А скобки! А скобки я не знаю, но у меня есть... я тебе... Грустненько, про скобки забыл сказать. Да. Ну что, Жека, мне кажется, пришло время для последнего видоса. Поэтому выбирай, какой ты хочешь. Какой ты хочешь. Вообще любой. Вообще любой. А вы почему тут... Я хочу вот это. Не-не-не-не-не. Давай только не вот это. А что там? Вот любой, вот эти, которые сверху. Не, я хочу вот этот. Нет. Ну я хочу этот. Ну нет. Ну он поэтому и закрытый, потому что нет. Нет, ну я хочу его. Я хочу его. Да нет! Нет, я хочу его! Я хочу его! Да, бречь вечерочек, дорогие друзья, с вами. Это кто? Это кто? Так, все, на этом, ребята, мы будем заканчивать. На этом мы будем заканчивать. Не-не-не, давай, хотя бы немного. Если вы хотите видеть, что там было, продолжение этого видоса, давайте наберем 20 тысяч лайков. И приходите на канал Джеки. Пролезь-то! И посмотрите, как я к нему ходил в гости. Я не покажу тебе этот видос. Но почему? Если будет только следующая серия, там я покажу. На этом мы будем заканчивать. Ребята, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Нет! Да! Все, до свидания!